بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته буквально на днях мы узнали очень радостную весть для всего чеченского народа, а в частности для богослов нашей республики, что в Узбекистане начали стройку или решили построить комплекс с мечетью имени выдающегося ученого нашего уважаемого, любимого шейха Мухаммада Садика, Мухаммада Юсуфа, рахимахуллах, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, именем учителя нашего национального лидера, первого президента Чечен Республики Ахмада Хаджи Кадырова. Непосредственно я был знаком с шейхом Мухаммадом Садиком. Он действительно был великим, большим ученым, свободно говорил на арабском языке. Несколько раз мы с ним встречались на международных конференциях, в частности у нас в Чечне. И его выступление всегда было эффективным, и он чисто от себя все на арабском говорил, несмотря ни какие-то там на листки, на бумаге, у него все это было в уме. Шейх Мухаммад Садик действительно был полезным человеком не только для Средней Азии, в частности, Республики Узбекистан. Он внес большую пользу для нашей уммы, уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Мы принимаем эту радостную весть с приятной душой, искренне рады. Благодарим руководство Узбекистана, уважаемого президента Шавката Мирмоновича. Благодарим его, и мы уверены, что Всевышний Аллах будет всегда на его стороне, пока он будет возвеличивать ученых, варисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. И мы уже это заметили, когда мы посетили вместе с Рамзаном Ахматовичем Узбекистан. Уже было там изменение чувствительное, на глазах все было видно, что меняется и в области религии, и в области экономики все шло вперед. Молим Всевышнего Аллаха, чтобы узбекский народ и Республика Узбекистан в скорейшем будущем процветала, и чтобы эта республика несла пользу не только для своей республики, и для всех мусульман. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.